Дамы и господа, леди и джентльмены, мальчики и девочки, вашему вниманию 10 самых эффектных, ярких и сладких моментов завершившегося регулярного сезона Единой Лиги ВТБ. Смотрите и не говорите, что не видели. 10 место. Иногда он возвращается. Лидер ЦСКА. Нандо де Колони только незаменим в нападении, но и успевает отработать в защите. В игре с химками француз эффектно реабилитировался за собственную ошибку, вернулся в оборону и украл верные 2 очка у Тайриса Райса. 9 место. Двойной удар. Форварды Уникса Летевиус Уильямс и Валерий Лиходей в 4 руки изобразили шлагбаум на пути железнодорожника Клавера. Загадка для статистиков. Кому в итоге записали блокшот? Восьмое место. Тест Купера. Защитнику «Красного октября» Диджею Куперу потребовалась 1 секунда, чтобы смазать штрафной, подобрать мяч и точным броском перевести игру с Нимбургом в овертайм. А ну-ка, повторите. Седьмое место. Против лома нет приема. Даже у обороны ЦСКА, когда этот лом центровой автодора Артем Клименко. Открылся, получил, взлетел и вколотил сверху. В роли статиста один из лучших защищающихся игроков лиги Никита Курбанов. Шестое место. Фигаро здесь, Фигаро там. Форвард Лока Энтони Рэндольф успел все и везде. Вернуться в защиту, выписать блокшот, убежать в отрыв и завершить атаку фирменным танком. И уже этот танк точно находит кольцо. Энтони Рэндольф, творец момента, поставил прекрасный блокшот и тут же положил мяч. Ну вот это желание после блокшота так пробежать через всю площадку, чтобы оказаться на острие. Пятое место. Под градусом. Защитник автодора Зак Райт и его головокружительный этюд. Бросок в прыжке с разворотом на 360 градусов. В игре остановите матч и вручите парню приз за победу в слэм-данк-контесте. Четвертое место. Точно в яблочко. Самонаводящийся бросок от защитника Нимбурга Майкла Диксона. Тот случай, когда заступ на 3-очковую линию не помешал засчитать 3 очка. Ведь это был бросок со своей половины площадки. Третье место. Красота по-американски. Легионеры Химок, Тайриз Райс и Тайлер Ханникат знают толк в баскетбольном шоу. Пас от щита и данк – восхитительная альтернатива простой атаке в быстром отрыве. Рекомендуется смотреть на ночь для сладких и красивых снов. Второе место. Высокий блондин не в черном ботинке. Высокий и очень прыгучий латыш Янис Тимме из «Зенита» срывает аплодисменты и разрывает шаблоны. Танк Тимме в игре с ЦСКА из разряда «Вау». Первое место. Полет не во сне, а наяву. Автор и исполнитель Вячеслав Зайцев. Снова спросите, почему именно защитник «Красного октября»? Посмотрите повтор.